Яркие квадраты для игры в классике, разметка для строевой подготовки, асфальтовое покрытие и удобные скамейки для отдыха. Именно так теперь выглядит площадка перед входом в школу «Флагман». Еще недавно вместо асфальта здесь был грунт. Родители школьников обратились к главе городского округа с просьбой благоустроить территорию. Буквально за неделю заасфальтировали площадку, причем она достаточно большая по объему. Впечатления детей трудно описать, потому что они, конечно же, просто в восторге, особенно наши танцоры, которые очень давно хотели выступать перед ребятами в нормальных условиях. Обратиться к сотрудникам профильных подразделений администрации и ресурсоснабжающих организаций может любой желающий. Такие встречи проходят каждый четверг в разных районах городского округа. В этот раз прием провели в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Свои вопросы и предложения оставили 90 химчан. Во-первых, жители знают, что их слышат. Сегодня ко мне обратились жители с улицы 8 марта, с улицы проспекта Мира 14А. Есть какие-то вопросы, которые мы можем решить оперативно. А есть вопросы, конечно, долгосрочные, но в любом случае постараемся быть на связи. Большинство обращений затронули тему ЖКХ, благоустройства и транспортной доступности. Формат выездных администраций давно полюбился жителям. Это удобно, комфортно, а главное, дает возможность в один день встретиться с несколькими специалистами без предварительной записи. Это, конечно, очень удобно. Это хорошая инициатива. Если интересы жителей будут отстаиваться, поддерживаться, то это, конечно, прекрасная идея. Лейла Александровская живет на улице Маяковского, а работает на транспортном проезде. В последнее время ей часто приходится терять время в пробках на круговом перекрестке. С просьбой решить этот вопрос Лейла обратилась к профильным службам. Ответ последовал практически сразу. Министерство транспорта уже разрабатывает, будет пересматривать схему движения, что там все должно улучшиться в ближайшее время. Ответом, да, конечно, довольна, потому что я этой дорогой пользуюсь ежедневно. Вера Иванова уже 18 лет является председателем дома номер 4 на улице Мичурина. На выездную администрацию пришла не впервые. Вместе с соседями она регулярно посещает такие встречи и решает самые разные вопросы. В этот раз обратилась с просьбой убрать из двора ее дома поваленные деревья и поломанные ветки. Нам это нравится, что мы сюда приходим, нам помогают как могут. Очень много у нас наваляло деревьев, поскольку такая была погода и попадала молния. Приедут к нам завтра специалисты, послезавтра. Вот, будем разбираться. Всего с начала года в формате выездных администраций состоялось уже 39 встреч жителей с властью. К профильным специалистам обратились с просьбами 1900 химчан. И эта кропотливая работа продолжается. В следующий раз вместе решать насущные вопросы сотрудники администрации и жители городского округа будут 19 сентября в Сходне по адресу улица Первомайская, дом 33. Владислав Грачев, Юлиана Мазырина, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.